2010 году мы выпустили фильм «О чем говорят мужчины». Через 2 года выпустили продолжение «О чем еще говорят мужчины» и заработали самые большие деньги в своей жизни. И перед каждым из нас стал вопрос, что с этими деньгами делать, ну, куда их вложить. Я вложил в казино. Ага. Одолжил у меня и еще раз вложил. Я после спектакля зашел в магазин, ну, купить какой-то еды. И вдруг прям вот ко мне бежит продавщица. Она говорит, молодой человек, скажите, это вы курицу просили отложить? Я говорю, нет. Странно, а где же эта девушка? Я дома, мне звонят с охраны. И таким дрожащим голосом охранник говорит. К вам пришел Михаил Михайлович Жванецкий. Пропускать? Сидят дома Александр Друзь и Федор Двинятин, его близкий Друзь. Они сидят на кухне и матерятся. Мат стоит трехэтажная. И заходит жена Александра и говорит, Саш, потише. Неудобно. В доме сантехник. Когда тебя понимают, это прямое свидетельство того, что ты есть. Ты что-то сказал, тебя услышали. Ты пошутил, рассмеялись. То есть ты в ком-то отразился. О, вот он я, вот я есть. И, конечно, больше всего хочется отражаться в девушках. Ой, извини, сейчас отражусь и вернусь.